Со дня возрождения Казанской духовной семинарии еженедельно в храме Иоанна Кронштадтского соборно служится параклисис Божьей Матери, а в дни Великого Поста совершается пассия – служба страстей Господних. Слово нашим коллегам из информационно-издательского отдела Татарстанской митрополии. Вечером второй недели Великого Поста в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского при Казанской духовной семинарии была совершена первая в этом году пассия. Пассией в православной традиции называют особое богослужение, посвященное страданиям Господа нашего Иисуса Христа, состоящее из акафиста страстям Господним и чтения евангельского отрывка, описывающего страдания Спасителя. Совершается это богослужение 4 раза в год, во вторую, третью, четвертую и пятую недели Великого Поста. Чин пассии был составлен митрополитом Петром Могилой и впервые введен в богослужебную практику юго-западных епархий Украины как противовес латинским богослужениям в честь страстей Христовых, распространенных в то время в Малороссии. Позже практика совершения пассии распространилась и в центральных районах России. Одной из важнейших частей богослужения является произнесение проповеди на тему крестных страданий Спасителя. За богослужением в семинарском храме проповедь произнес воспитанник 5-го курса духовной школы Павлов Илья. Господь Иисус Христос, зайдя на крест, показывает, что Он своей смертью снимает тяготевшее над всем миром проклятие, берет на Себя грехи всего мира, и что теперь уже не будет стены, отделяющей людей от Бога.